Сзади, конечно, сидишь как утырок. Ну давай, подожди, перед я подвину немножко. Так, вот на эту косит. QX56. Спереди, а сзади Mitsubishi. Такой большой дядька. Убого. Вот это все убого. Слышишь, ты что сказал? Убого. Нет, ну меня, а я хотел сказать прикольно. Приборка хорошая. Нет. Тема, смотри, прикол. Вообще, да? Вот это блокотнички удобные, наверное. Бардачок. Вместительный, смотри. Знаешь, как-то слово уебищность какая-то, что ли, вот из-за этого. Здесь охота большой, знаешь, подлокотник. Ты будешь держаться. Так это вообще как будто для очков это... быть. Хер. А, для очков, наверное, и есть это сюда. Да-да-да-да-да, для очков. 2 литра бензиновый, 2 дизельный. Бензиновый 245 лошадок, дизельный 190. А, блядь. Хотя бы какую-то информацию, да, дали? Это самое обычное. Ну, белая крыша, да? Машинка такая. Садись здесь хотя бы, что-то включено. Сейчас я сяду назад. Ох ты, что скажешь? А? Убого. Вот это все убого. Слышишь ты, что скажешь? Убого. Нет, ну меня, а я хотел сказать прикольно. Приборка хорошая, мне нравятся светлые лампочки. Китайские, тут уже видишь, сделали. Тут даже качество получше, чем там за 2 миллиона 600, блин. А, точнее за 1,5 миллиона. Включай вот, что вот светодиоды, это как вообще? Прикол. А, интересно. Они везде ставят сейчас китайцы. Вот это наши вообще убого, блядь. Тут под премиум уже, да-да. Подлокотник что открой, там что у нас? Ничего? Маленький, для китайцев. Они же маленькие люди у нас. Эти все. Кожа тоже мягкая, да? Обивка, смотри, боковые все, все, все в коже. Что ты скажешь? Она вот так сбоку, я бы подумал, это Audi какая-то. Q3 что ли, Q5, ну вот так вот. Это вообще как будто для очков, это... блядь. Хер. А, для очков, наверное, и есть это сюда. Да-да-да-да-да, для очков. Вот здесь нормальный. Я думаю, что за хрень вообще? Это как для очков, но походу. Вот так такая тачка, знаете. О. Бардачок тоже маленький для китайцев. Малюсенький? Ну, там коронавируса нету, бардачка. Вот! Ой, хорош ты, блядь, пока. Короче, такая тачка, ну покажи нам полностью, вы, да, покажи нам полностью, сейчас покажу. Ценовая политика тоже, а, 1 100 000 начало. Лифан спереди, послушай. Лифан? Ну это их братья же. Я ж тебе говорю, вот самый из, вот это и вот это вот нормально. 1 300 000. Ну вот этот, знаешь, он более такой, ну, мужской, брутальный, да? Да-да-да. Тут не больше. Ну и ценник приятный. Задница вообще убогая. Задница, знаешь, на что? Самая страшная задница, знаешь, у кого? Есть Ssangyong-то, это у Йота, корейская, Ssangyong, блин. Вот мне кажется, вот это он тоже может посоревноваться в обувь. Фары, знаешь, что я не понимаю? 200-й крузак. Сейчас я вокруг пройду. Легенькие, да, даже впереди двери. Смотри, строчка, да? Смотри, как будто прошлый век. Смотри, какое качество. Как китайцы, да и маленькие, да? Вот это вот мне не нравится. Не, мне знаешь, что тут нравится? Он такой брутальный, здесь кожа. Такой плотный, это, ну вот, вот эта тема, смотри, прикол. Вообще, да? Вот это подлокотнички удобные, наверное.
бардачок внушительный, смотри. Знаешь, как-то слово уёбищность какая-то, что ли, вот из-за этого. Здесь охота большой, знаешь, подлокотник, а его нету. Нажал, что ли? Угу. Это ты проверяешь, да, получается? Смотри, сзади там прикол. Ну-ка, открой багажник. Так, там этот херня, А багажник там, наверное, здесь кнопочка открывается. П, парковка. Может, там пор. Давай открывай сразу этот, посмотрим там. Что там под капотом вообще тоже? Короче, весь модельный, на одной зацикливаться не будем, весь модельный ряд, да, такой интересный. Что думаешь там под капотом? Ну, в принципе. Я бы взял бы лучше китайца, чем. Открывай, посмотрим, что там взял бы китайца. Ну, ребят, что вам сказать? Что ты такой, скажи, ну, 1.5, да, турбина. Короче, все так красиво, простенько не могу сказать, но давайте переходим к премиум, премиальный, Вадим. Так, тут у нас что? 2 литра бензиновый, 2 дизельный. Бензиновый 245 лошадок, дизельный 190. А, блядь, хотя бы какую-то информацию, да, дали, Вадим? Косит спереди, Infiniti. А, да, так, вот на эту косит, QX56. Спереди, а сзади Mitsubishi. Блядь, такое уёбищное, попробуй открыть его, вообще невозможно. Ох ты, здесь что-то дизельное, короче, у нас агрегатик. 190, да, лошади? Лошадей. Расстояние тут, да? По-китайски как лошади, интересно. Ну, такой, да? Серьезная такая игрушка. Ну, 2600, 2, это, смотри, 2,5 мульта, можно сказать. Это очень серьезно. Давай посмотри, что там внутри, как ты себя почувствуешь. Опять люк маленький, блин. Можно было уж побольше, да? Вставки пластик. Типа дерево, имитация, но это пластик. Кожа симпатичная, но запаха нет, кожи такого, как в Range Rover. Помнишь, прям кожей пахло. Запах нормально, да? Ну, я не чувствую. Кожу я не чувствую. Там прям воняло, помнишь, кожей? Прям настоящий такой смачный запах. Здесь под старый, реально, вот ты сказала, под эту они косят. QX или как он, блядь, Infiniti. Вот, но даже панель, перед, смотри, внутри. Infiniti, а сзади Mitsubishi. Вот эти фары длинные. Ух ты, багажник вообще охреневший. Да. О, еще смотри, третий ряд есть, сиденье. А сзади что, нормальное место? Сзади, ну, прилично. 2 600 000 за такую тачку. Это можно что взять? Я говорю, это можно Санта-Фе взять, блядь. Да много полный. Чего можно взять. Гранд Санта-Фе даже. Я даже не говорю про седаны. Седаны вообще все можно взять. Кто берет? Еще сейчас с этим коронавирусом это тачки-то. Я не знаю. Или наоборот, это хайп. Такой большой дядька, что. Ух ты. Знаешь, недешево, да, по крайней мере, или смотря. Вот это вот сколько простоит, смотри. Вот это вот все, Вадим. Что там у тебя? Там фары, наверное, меняли, да? Такие штучки. С семьей ты выбрался, да? Отдыхать. Розеточки. Ребята, Ну да, вот тут всякие запчасти уж. Розетка на 220. Тут еще сиденье. Тут есть третий ряд сиденья, смотри как. Ну как?
Ну, сзади, конечно, сидишь как у дырок. Ну, давай, подожди, перед я подвину немножко. Так, вот смотри, ты как-нибудь, у тебя, смотри, должно это отодвигаться само автоматически. Куда ты нажимай? Да это сбоку должно быть. Подожди-ка. Во, так. Не-не-не, подожди-ка. И вот куда-то, вот. Не, ну сзади, короче, для маленьких. Блядь, уже что-то сломалось. Поднимай, наверное, просто. О, не, вот так нормально. Вот так место. Ну и то, смотри, как ноги, тут как кутырик, тут не разогнешься, ничего. Вот климат-контроль, все такие прибауты, как будто 10 лет назад попали. Че, выбрался? Ну вот это мужская тема, да? Вот а это сзади не зубись. Все, по чуть-чуть они набрали. Че, ну спросим, что? Вот самое нормальное, это вот мне понравилось. Как X7, да? Так, а тем более первую не смотрели, что ли? Первую вот неинтересная, наверное? Вот больше не понравилось. Самое основное вы видели. Экран уж обычный, как жидкокристаллик, как китайский. Они неплохо делают. Давайте, помнишь, ребят, подписывайте, и мы будем на хороших машинах кататься. Да, слушай, да? Экран знаешь, Женек какой? Мне поможет. Я тебе скажу, смотри, экран знаешь какой? Как вот мы видели, что мы тестировали на днях. X-Ray, вот такой же китайский, блядь, экран. Хоть ну, и тот... качество, думаешь, говнище. Да, хоть, ну, как качество, тоже неплохой же был. Вот такой же и неплохой тут. Ладно, потом посмотрим, ребят, все, мимо проезжали, решили показать вам. Давайте, подписывайтесь, ставьте лайки, и будем вам еще тест. И пишите, какие машины протестировать дальше. Так что вот такие пирожки, да? Что смотрите? Пока.